Всем привет, с вами Channel Вова, и сейчас мы будем проходить 12 замков, 3 вокруг света. Давайте посмотрим. А, тут 5. Мы с двух это выиграем. Так, папа, ну зачем запер дверь на 12 замков? Как же мы теперь выйдем? Вообще-то в курсе, что ребятам не нравится, что ты постоянно прячешь ключи. Не волнуйся, в этот раз я не стал их прятать. Значит, он не стал их на этот раз прятать. Так. Собираем ключи. О, взяли. Так. Надеюсь, я ничего не забыл. Так. 8-4-9-1. Так. Так, взламываем замки. Так, ну все, мы прошли. Ну вот, и все, видишь, как быстро мы открыли эту дверь. Что, почему так легко, так совсем не интересно. Не волнуйся, в следующих уровнях ребята снова ждут сложные головоломки. Ну да. Каждый раз становится все сложнее и сложнее. Сегодня мы с папой решили заняться дайвингом. Лиза, посмотри, как тут красиво. Папа, смотри, сундук с сокровищами. Давай его откроем. Давай, ну для начала нам придется оттереть все эти замки. Отпереть, значит. Рыба. Нафига? О, взяли этот ключ. 1976. Я угадал. Так, он не может выплюнуть. О, зеленый ключ. Сейчас, погодите. Взял. Большой ключ. Ну что ж, а теперь вот такие сложные головоломочки. Так, разгадываем. Я знаю, что это за загадки. Блин, что делать? Сейчас, погодите. Блин. Сейчас, погодите. Так, ну все, похоже, я все правильно сделал. Вот и все, готово. Так, здесь. Так, здесь правильно. Привет, Келетон. Готово. Так, стоп. А, я правильно. 2, 8, 4, 9. О, еще один код. Сейчас, погодите. Вводим все. Готово? А это легкая загадка. Готово? Так, где же тут у меня перья? Вот она. Выплюнул. Так. Своровали. Посмотрим. А, тут легкие головоломки. Так, ну все, готово. Забираем этот ключ. Вводим 5, 2, 8. 5, 2, 8. Готово. Ой! Продолжим. Так. Надо поискать. О, ключ. Какой-то он рыбьиный.
Вот и все, открыли. Ура, сундук открыт. И кто додумался запереть тут все этих уточек? Похоже, что не только у меня есть привычка запирать все на 12 замков. Ладно, ребят, давайте будем на этом заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк. Кому вам понравилась эта игра, жмите лайк, подписочку. Мне лично всего понравилось. Ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк. Всем пока!